Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе. Извиняюсь за этот срач в квартире Флойда, но это не я. Мы сегодня продолжаем играть в GTA 5 Winter Edition. Короче говоря, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем готовиться, а затем выполнять ограбление Мэри Уэзер. Что нам надо для... Мы хотим украсть какое-то там военное оружие, супер-пупер. Я не знаю. О-о-о, закройте, пожалуйста. До свидания, извините. Какую-то еду. Короче, фигню надо раздобыть военную. Надо сначала раздобыть подлодку. Еще надо раздобыть специальный вертолет, который поднимает грузы. Умеет поднимать грузы. А у Тревора куртки никакой нет случайно. Давайте посмотрим. Куртки есть? По-моему, я куртки вообще-то просил. Ну ладно, давайте так пойдем, неважно. Курток нету. Печально. Новый год уже через... Почти... Новый год уже через 2 недели, так что... Ничего тут. Так что я радуюсь, что уже скоро он. Так. Где вот... Вертолет очень далеко находится. А вот подлодка поближе. Не знаю, вот на этой поехать или на этой. Давайте на этой. Короче говоря. Тревор задумал что-то у Мэри Уэзер украсть. Что-то такое прям военное, я вообще вот не представляю, что это. Но, в общем, штучки какие-то две очень опасные. Одна из них находится... Внутри грузового корабля. В порту, который находится... Можно атаковать его. И еще одна есть где-то там в океане. Вот на этот сухогруз надо забраться и украсть подлодку. У нас случайно нет оружия с глушителем? Есть. Есть пистолет с глушителем. Ух. Ничего так подлодка, бля. Она нам очень сильно нужна, потому что вода холодная, вплавь мы, конечно же, не попадем. Блин, персонал, походу, узнал, что мы задумали. Флойд, я достал подлодку, про которую мы говорили. Помоги ее пристроить куда-нибудь на пару дней. Флойд, а ну не молчи, иначе я приеду и тебе сейчас там... Мы оба не знаем, что будет. Ну ладно, приводите ее в западные доки к пирсу номер 400. Окей, скоро буду. Слушайте, я подгоню грузовик, чтобы он отвез вас на склад.
А что это? Профсоюзный работник? Честно зарабатывает себе на хлеб, да? Сэр, тут ничего не честного. Самое бесчестное занятие, которое я когда-либо видел. Эй, мы же никому не причиняем вреда. Нет, никому, если не считать владельца подлодки. И тех наемников на сухогрузе. Дружище, советую тебе побольше узнать о Мэри Уэзерс и Кьюнити. Они давно сели за преступление против человечества, если бы правительство США не защищало своих подрядчиков от любых исков, как военных, так и гражданских. У них неприкосновенность, и они ведут себя соответствующе. Крадут, убивают, совсем с ума ведь сошли. От власти, пушек и анаболиков. Куда нам ехать-то надо? А, да, я по правильной дороге еду. Да. От первого лица вообще неудобно ей управлять. Но можно разглядеть, что внутри. Что это за звук был сейчас? Так, Ctrl это вроде бы опускаться. Да, подлодка необходима. Вода сейчас ледяная. Здесь. Поэтому... Да и к тому же мы вплавь-то не поднимем это оружие, которое нам надо раздобыть. Так, куда нам надо завернуть? Не сюда, к сожалению, жалко. Я на самом деле соглашусь, что захватывать сухогруз, этот вариант ограбления, круче. Вот этот вариант, который я выбрал, он немножко скучноватый, но все-таки я должен в этом прохождении выбирать другие варианты. Тот вариант мы в первом прохождении выбрали, здесь надо выбрать другой. Так что извините. Всех ограблений мы будем выбирать другие варианты. Так, мы почти добрались. А, даже под воду надо. Судя по тому, где кольцо находится. Же я не люблю так плавать, а? Флойд, ты здесь? Да, сэр, я на грани. Всплывайте, я вас вытащу на берег. Отлично. Ну и чё ты там? Поехали. Ладно, понеслись. Всё, я здесь. У того самого склада, где Флойда, что ли, избили? Да, не знаю даже. Ну, поехали. Чё остаётся? Подлодка как следует замаскирована. Когда приедем на место, все будет нормально. Дерзить только мне тут не вздумай. Да не, я не собирался дерзить. Просто не привык к такому давлению. Если ты на кого-то наводишь дело, то будь готов к тому, что будет жарко. Да я никого не наводил. Выбили из меня инфу угрозами. Если не хочешь свою долю, то просто уходи. Я не могу уйти, вы собираетесь ограбить мое место работы, да еще и составляете планы у меня дома. Из дома Дебры
ты долю не получишь. Иди обратно тоже. Паркуемся здесь. Ты уверен, что все будет в порядке? Да. Ну ладно, если ты соврал, я печень твою сожру. А теперь давай, иди нафиг отсюда. Да, в эту машину мы не сядем, потому что в нее сейчас сядет Флойд. Окей. Отлично, ребята. Нам осталось что? Нет, не забыл. Я сейчас как раз-таки поеду за ним. Чик-чик. О, почему база находится за городом? Ладно, мы приехали, но охрана тут очень серьезная. Придется про этих... Про проезд забыть придется. Так, полиция сейчас сюда приедет. Надо побыстрее украсть вертолет этот. Просто так проезжать это рискованно. Они могут нас убить. Пока мы едем. Я не помню, как я сюда проникал. Надо будет это все вспоминать теперь. Вертолет слишком далеко находится. Зачем я взял вообще этот пикап? Надо было что-то более такое бронированное взять. Где еще бойцы? Я больше не вижу что-то никого. Лучше будем пешком идти. Я бы сел в машину, но боюсь, что буду проезжать и меня просто убьют. Ох, выносливость заканчивается. Надо было садиться в машину, ну ладно. Военных не так много, можно было пройти. Так, надо Вова смотреть. Бойцы могут откуда угодно выйти. Ну где он там еще? О, блин, далеко. А, нет, недалеко, я вижу его. Вон он. Так вот, вот зуб даю, сейчас подойду к вертолету, там куча этих бойцов выйдет. Так, надо срочно улетать отсюда.
Нас будет преследовать сейчас другой вертолет. Жалко, из этого вертолета стрелять нельзя. Ну, блин. Блин, он ракетами еще стреляет. Так, ладно, я сейчас оторвусь от этого вертолета. Чик-чик. Долго не пришлось отрываться. Как дела, Трав? Неплохо, если учесть, что я вертолет, только что прорвался на военную базу и спер вертолет. Мы готовы? Если ты спер грузовой вертолет, тогда да. Я все подготовлю и дам тебе знать. Но окей, не договорились. Надо было, наверное, сюда заехать и на вертолете, на том, который вот здесь находится, туда прилететь и украсть этот. Так было бы быстрее, наверное. Ну, хотя, может быть, это менее безопаснее было бы. Так что не знаю даже. Так, ладно. Где задание-то? Задание где? Окей. Стив Хейнс. Ребята, надо поговорить с глазу на глаз. Встречаемся на стоянке Вальбруссо Хайтс. Не опаздывать. Стив Хейнс и его команда продажных агентов хотят с нами встретиться. Это мы сделаем в следующей серии. Несмотря на то, что я это делал в третьей серии первом прохождении, я решу, что это надо сделать в следующей серии. Так, начинаем. Подлодка у нас, все необходимое подготовлено. Сообщение от Хейнса. Это потом, это все потом, после того, как мы провернем ограбление. Где Тревор? А ладно, давайте Майкл пусть будет. Здравствуйте, можно вызвать такси? Никуда не уходите, один из водителей совсем рядом. Отлично. Да, действительно рядом. Какое убийство? Убийство потом будем выполнять. Ограбление Мэри Уэза. Мужик, а вы чё голыми-то тут ходите? Ну, я имею в виду без футболки и так далее. Короче, я за Тревора. Короче, я колеса поменял на этой тачке. Как раз таки под зиму. Надо было раньше так сделать. Глюк постоянно. Тревор. Где? О, где этот твой, этот мальчик с горящими глазами? Тут все не так. Что все не так? Эй, вы оба. От ваших проблем, отцов и детей, у меня наизнанку выворачивает, как массаж на гибли. Просто супер. Хочешь попробовать? Нет, я пас. Слушайте, я позвонил, чтобы обсудить одну тему. Че за бред ты несешь? Майк, соткнись, понял? За тобой должок. Ты разговаривал с Лестером? Я ему звонил. Он вроде бы как в больнице. Выведем его за скобки, сэкономим 20%. Но если, конечно, ты снова не настучишь на меня, и я не окажусь за решеткой. Все было не так, ты что?
Я хочу тебе поверить, как будто тебе пофигу. Нет, Майкл, мне не пофигу. У меня принципы. Это моя точка зрения, понял? Как Бога на эволюцию и все прочее. Солнце, скука, ложь, вот что у нас есть. Все остальные живут в другом мире. А я, словно стервятник, который кружит над пустыней в поисках мертвечины. Дебил, блин, короче. Дебильный. Ты понимаешь, о чем я? О, ничего себе. Браво, идиот. Ладно, я все равно не въехал. Какой у нас план, короче? Так, у нас есть Флойд. Флойд идет. Нет, пошел нафиг. Флойд в порту работает. С его помощью мы обманем охрану Мэри Уэзера. Они какие-то там испытания проводят на море по заказу дяди Сэма. Чтобы они там не испытывали, мы эту штуку заберем. Короче, я нашел покупателя. Гарантирую, что проблем не будет. И полиция нас не схватит за задницу. Что, поехали? Довезем этот кризис до среднего возраста. У меня есть субмарина, есть вертолет и все необходимое. Ну что, вперед? На взлетную полосу в Сэнди Шорс. Офигеть. Так, я смогу выехать отсюда? Сэнди Шорс, о да, это точно путь не близкий. Это же за городом. Я так и знал, что вы лентяи. Хотя я на самом деле впервые такое вижу своими глазами. Неужели вы не хотите покорить город ради такого? Ради такой штуки? Мир должен тебя обеспечивать, тебе нужны деньги и уважение. А ты ради этого даже город покорить не хочешь. Ладно, короче. Езда через полстада, да? Там, где Тревор Филлипс Индастриз. Короче, ехать-то туда далеко. Поэтому... Чик-чик-чик. Is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s, and then from this other guy whose sense of entitlement is so strong. Вот это работенка настоящая будет. Флойд, Уэйт, ждите в ангаре. Ага, вот для подлодки мы брали этот вертолет, чтобы поднять ее в воздух, ну да. Нашему вертолету хана пришла. Ну это что было, я не понял. Ну как такое произошло, я не понимаю, бля. Вертолету хана скоро придет уже. Как я подхвачу-то ее? Ну, давай же, быстрее, ну. Да, блин. Ненавижу глюки, когда что-то плохое случается. Я не могу подлодку схватить. Давай, 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 блин. Вечно, мимо, да мимо, ну давай. Отлично, она... схватилась, я думал, она... Теперь, я думал, теперь ее не схватишь. Ладно, если вам интересно, читайте сами, что там написано внизу. Потому что... Ладно, я... вот этот глюк я хочу компенсировать починкой вертолета. Быстрый. Такого не должно было произойти. Это бред какой-то произошел, непонятный. Отлично, прилетели. Вдоль берега летят самолеты. Надеюсь, они никак не связаны с нашим делом. Вот это не факт, кстати говоря. Готовьтесь к падению.
цель найдена. А мы что, указали, что мы ищем? Во-первых, эта штука должна быть на дне, буквально на самом дне. В этом месте очень глубоко. Как там у тебя дела, Ти? Я смотрю в бездну, и мне, по-моему, это даже нравится. Окей. Нашел что-нибудь интересное? Не, пока только камушки. Окей, вот где-то тут. На самом дне. Ага, вон, вижу. Даже светится. Хорошенько подключили. Прям там, где рыбы живут. Блин, я забыл, как приземляться. Блин, надо разворачивать, но задом нельзя же плыть. Или может и можно, я не знаю. Отлично. Устройство захвачено. Нельзя повредить его, а то взорвется нафиг. Вместе со всем человечеством. Сколько? 140 метров, ну ё-моё. Капец, как это много. Ядерная бомба, значит, да? Да, тут почти посекундно. То есть еще минуту подниматься надо. Да, я поднимаюсь тут. Только подниматься тут минуту еще надо. А уже не так много осталось. Тридцать секунд осталось. Да блин, хватит уже там болтать. Наконец-то, наконец-то. Я все, я поднимаюсь. Так, надо еще прихватить подлодку. Пять. Наконец-то. Полетели. С помощью приложения, да-да-да. Сейчас еще охрана будет
Так, как передвигаться? Отсюда ничего не видно. Так, с этой стороны не видно ничего. Да блин, вертолет, падай. А, чё зависло-то? Тихо, 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 тихо. Чё-то я не понял, а чё там взорвалось-то вдалеке? Ух, наконец-то сдохли все. Хо-хо, ты понимаешь, что ты наделал? В эфире тут с ума все сходят. О, и тебя тоже очень рад. Сколько не виделись? Лет 10, да? После этого случая из правительства наплевать на любой срок. Они просто в расстрельный список занесут тебя и... Эй, а я думал, что ты умнее всех остальных. А что я такое делал? Украл супероружие, чтобы продать китайцам. Черт, Ти. Это хоть атомная бомба. Ты же говорил, что говорился. Да, так и есть. Ну, типа того. Он такой вареный, сонный был. Это не важно, дело сделано. Ее нужно вернуть, бросить в море, пока они не организовали спасательную операцию. Нет! Значит, ты хочешь, чтобы на твоим трейлером крутил беспилотник? Тревор, у нас и другие дела будут. За тобой должок. Уэйт, садись в вертолет. Слушай, кретина этого, блядь. Так, я сваливаю. Сюда теперь я долго не вернусь. Эй, ты не забыл, что нам нужно дело? Мне казалось, что я завязал бесплатно. Эй, я тоже. Да, Тревор, ты отчаянный психопат, конечно. Ладно, на этом мы закончим эту серию. Переключаемся. Давайте переключимся на Майкла. И закончим на этом. Долгая получилась серия, но я там, конечно, кучу всего оближу. Поездки долгие и так далее. Тревор, ну ты и тупица, конечно. На этом все. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.